В Ивановской области проходят мероприятия, посвященные памяти выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского. В научной библиотеке состоялась презентация сборника статей «Феномен Тарковского в интеллектуальной и художественной культуре». В издание вошли исследования участников научно-практической конференции, которая состоялась во время прошлогоднего кинофестиваля «Зеркало». 2/3 авторов статей имеют ученые степени профессора или доктора наук. Благодаря вот этому кругу энтузиастов, в том числе и прежде всего ивановских ученых, которые вот, держат планку и держат уровень исследования. Ну, может быть, это грубо звучит, но уже такая наука, можно сказать, существует, таркововедение. В конференции, которая дала жизнь этому сборнику, приняли участие лучшие иностранные ученые США, Японии, Великобритании, Румынии, изучающие российскую культуру. Этот труд – большой шаг в исследовании мира Тарковского, обсуждение творчества которого всегда проходит очень бурно. Разные точки зрения, ну чуть ли не до драки иногда, в прямом смысле слова. И все-таки выстраивается какая-то очень интересная линия восприятия искусства Тарковского. Совсем нестандартная, не вписывающая в привычную схему понятий о киноискусстве, выходящие далеко за ее рамки, общечеловеческие и, что очень важно, российские, русские. Нынешний сборник статей второй по счету. Предыдущий был выпущен по итогам научной конференции в 2007 году. Ученые тревожатся, что добрая традиция изучения наследия Тарковского может прерваться, но верят, что еще не раз соберутся вместе, чтобы обсудить выдающуюся личность. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.